Плачешь ты, глаза от меня, и уже средь бела дня. Ты с Потапычем целуешься при всех. Это просторы опять я присмотрел? Не, это вершина. Сань так мне не позвонил, все ясно, блядь. Так что я прям счастлив, то, что мне здесь маф на докторе не выпал, блядь. Я тоже так счастлив. Я так счастлив, я так рад. У меня есть ты. У меня опять, есть пулемет. Подушку. Маф, да. Да не, на этой карте типа, я бы и не хотел за него быть, ну типа за доктора. На ком бы хотел? Потому что, ну, ты представляешь, типа, пока я крафчу, типа, яды, да, там шприцы, вот эту всю хуйню, корабль уже проплывает, блядь, в середину. Как-то вообще не смогу эту карту ставить, она типа слишком имбалансно стала. Вот. Ну, типа, тут от ролей зависит. Ну, рез на ней очень прям много. С трех скелетов один ключ. О, кость, нихуя. Я думал, они, блядь, вне закона. Ключи? Кости. Блять, одна жила. Узко. Ну, это в нас. Ну, в меня, наверное, как обычно. Я и забыл про эту хуйню, кстати. Иван, помогай. Первый призыв. Блять, у меня один патрон, давайте сами. Ау! Ты прям... Ты чё, хуел, бля, я не понял? Ебать! Понятно, Иван, блядь. Если Толя начнёт сюда стрелять, надо в ответ стрелять. Нет, в этот раз это я был, я не виноват. Это он в меня стрелял, а не я в него, блядь. Тут ещё один уголь у меня не лезет. А, бля, мне показалось, что два одинаковых. Давай уголь. Так, капкан возьми, Вань. Вон, сейчас, в сундуке сейчас. Уголь. Сейчас, возьму. Инженер? Мило даже не догадалась, блядь, второй призыв дать. Ну, ебаный в рот, блядь, этого. Где капкан? На этой хуйне. Ага, вышел, спасибо. На, возьми, если место есть. Искра возьму, нету? Жилка в волке, если надо. М? Жилка в волке, если надо. Давай. Чем могу? Мясо заберу. Там он дальше еще волк, по-моему. Походу. Слева. Дел. Ваня! Да Ваня, ты хантер, блядь! Так у меня нет стрел. Ну делай, помогай мне, блядь! Еще нахуй не хватало от волка сдохнуть. Охуенно. Почему каждый раз меня первым убивают? Что такое? Каждый раз не знаю. Я не знаю. Я пожалел тебя. Но ты не ушел. Для меня тут команды. Я хотел тебя съесть. Грусть. Почему, говорит, каждый раз я первый? Сука, какой риторический вопрос. Обосраться прям можно. Попробовать сыграть через угон корабля назад. В принципе, не обязательно супер далеко бегать. Можно где-то здесь. Въебать кучу тотемов. Они уже съебались. Пускай доплывает до конца, наверное. Ну, типа... Все, тотемы есть. Кораблик плывет. Пускай будет на них призыв. Чисто гули у того корабля будут валяться на черный день. Нужно дерево. Так, держи. Я отлить на тебе. А?
А, я так понимаю. У меня есть отравленные ландены, я не знаю, зачем они мне. Можем на нитро попробовать как-то сверху. У тебя есть? Ты можешь сделать эту штуку? Я буду стараться собрать до хера топлива и просто уплыть нахуй назад. А, ну я слева ничего не лутала. Там до тебя. Ну они там уже просто. Ну, не да. Много всего. Собирай дерево, собирай угли, попробуем развернуть и съебаться. Подожди, отдай мне рез Майнкрафт. Чего? Сейчас. А, патроны, блядь. Надо два порох еще. Не, у меня вот сейчас... Блядь! Мог сказать, что здесь капкан стоит. Да, я забыл уже. Здесь два патрона, заберешь тогда оставшиеся. Остальные где-то, которые я скрафтила? А, я два взял, я думал, ты сказал, возьми, а. Возьми. Нет, я сказала, что я забыла взять. А, ну. Блять, ну... Ну на, на, господи, на. Вон, я выкинул. Что-то оставить... У тебя гвоздя нету одного? Убивать. Говорю, можешь оставить тут рез и пойти их попробовать поубивать с пистолета. Можно, но главное не просрать его. Ну, просру и просру. Ну нет, ты им дашь пистолет, это не очень клево. Да они так сделают, если же хотят. Да нахуй тебе тотем, 10 штук уже, куда, блять? Господи! Остановите эту женщину, блядь! Она убьется. Она точно убьется. Блять, угли все вынесены. Что к тебе, блядь? Ты дашь мне поиграть, женщина? Пойду я к тебе, блядь. Чё такое? Чего? Три капкана, о которых ты ни одном не сказал. Ну и трупы всегда после убийства минируют, это дефолт. Первый раз, блядь. Я уже месяц первый так делаю, первый раз. Первый раз. Блять, как это? Ой, я забыл про один, а про остальные два. Трупы всегда заминированы. Остальные два капкана. Они всегда заминированы. Бля. Из тебя просрала шприц. Помогите, блядь, заебали рарать нахуй. Хочешь заточенным топором пол? Не надо, зачем? Не надо так убить, Сережа. Ты просто нагибайся. Ты меня до истерики довел. Слушай, ну... Блядь, добей меня, что ты, блядь, ног на меня. Давай я в тюрьму отправлюсь, посижу с ребятами, погреюсь. Я доски есть, держи. Да вон на столе лежат, возьми. На каком столе? На в крафтильном. На... Это разные вещи. Блять. Блять. Их гейминг, блять. Они идут на медведя, когда... А мы это? Давай призыв на них. Сейчас? Где я их не вижу даже. Не, налево, слева, 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 давай. Можешь пострелять? Да, можно. Еще где-то. А вон. Он бежит, блядь. Каменьчик ебаный. Диман, у тебя есть ширево-пырево? Все есть. Дима, спи... Ой, стой, 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 стой. Аккуратнее. Давай, тащи его. Он бежит, он вооружен. Ну, убейте. Опа! Я не попал, он тоже. Бля. А, ебать, двое! Ай! Прям поймал, я танканул. Два раза попал за точку. Ну где кто? Блядь, какие же ублюдки нахуй, а?
Зовет на помощь, добивай его, отлично. Ну, тогда еще двух нужно спасти. А, или может... Там, бать! Ну куда там на кровать-то смеешься, он еще за трупом пойдет и пизда, блядь. Ё, что у меня нету, блядь. Нихуя. Аптечек. Нет. Там два ствола. Я предлагаю нахуй мясо. А, аккуратно, там за палаткой видел. Предлагаю все это нахуй мясо слетать. Уходи, они сюда идут, я попал в огнину. Так, мне бы угля еще лутать. Можно вот сюда пойти, в принципе. Тут и гули где-то должны быть, по идее. Вот у этого корабля. Ядовитый шприц, я не дурачок, чтобы в упор подходить, спасибо. Вот сейчас от голода начну умирать, это будет пиздец. Это будет пиздец. Бля, вот сюда я делал призыв. Где, блядь, гуля? Нормально. Проживем. Проживем, блядь! Саквояжик бы докторский. Коль, у тебя есть еда? Я только что два съел, две еды. Нет, ни одной нету. Ну, можно будет на кости туда пойти и сожрать гулей, которых они там дрались. Если они себе лутают, в принципе. Может, в этой палатке есть мило, это я не проверял. Нет, нет, они все залутали. Вообще сюда призыв был, но я так понял, они съели, блядь, мой призыв. Я говорю, они все сжирают. Троглодиты ебучие, блядь. Ну, зайку съешь какого-нибудь. Типа, животное обычное. Ну, немножко, но... 100% обглоданный. Нет, не обглоданный. Один кусок зайца, ну заебись. Ну и так. Мирно питаются мясом, блядь, человеческим, а я зайцами. Блядь, ни шприца, ни ландер, нихуя не оставлю вообще. О, отличненько. И скрабчика мне надо. Я на нижнего дала на одиночку. Давай, я тоже. Не... Зачем он один не отобьется? Он один не отобьется, да, я на него дал. Ну, типа, мало ли. Я сейчас на кости пойду, на корабль буду разворачивать. Давай, если пойду, мы сейчас... Но мне скрафтить надо шприц, потом я пойду. Мне нихуя скрафтить надо, что ничего нету. Бля, у тебя здесь станка, что ли, еще и нету? Ёбаный рот. Заяц! Заяц, конечно. Бля, что ли, голодаю. Бля, мил, ну что я тебе могу сделать? Ну покорми меня! Ты мужчина, ты должен не забывать. Бля. Давай. Я готовлю, ты добиваешь. Что такое это? Я пошел. А, соло, блядь, они на... Постранит. Что? А что? Не вдруг кто-то постранит. Соло. А как это, блядь? Через болчик путь. Ну ему все равно нужно будет здесь пройти. Он ничего не сделает. А я их вообще не вижу. Вот пятеро на корабле. Мне на корабле. Или, подожди, это волк? Или человек сверху, справа? А, не, нет, три волка. Вроде не подстанет. Это не ноль любит это. Ты дизинфу даешь. Пуши на первого. Пуши на первого. Один на корабле. Надо скрап, наверное, чтобы починиться. Я уже сделал 4 гвоздя, у меня доски. Окей. Только я тоже скоро от еды начну дохнуть. Ну пошли, хуля. Ну можем через право пройти или ты на кости? Я на кости пойду, но оно мне в КД. Да, ну... Я присоединюсь, сейчас слева пойду, потом будет пука. Хоть один.
На меня тоже набери тогда. Если они все не залутали, мне кажется, они все залутали. Зайцев на тебя собирать? Не. Два патрона здесь в сумке. Вот есть цигуль. Я злый съем. Спрятался один. Блять, гули. Как откатится, тройной призыв сразу делай. Желательно на нитру. У них нитра как быстро, господи. Я иду, тебе принесла. Чуть-чуть. Под тобой два куска. Угу. Дала нитру. Или ну дай как сможешь. Могу кровать, надо? Ну, если есть что. Готовься стрелять по ним. Расстояние же можно? Бля. Это я. Нет. Из-за того, что еды не было, я все раздал. Минус. Бля, меня нокнули. Хорош. Вон там палатка есть. Блядь, положите меня кто-нибудь. Ну ладно, похуй. Иди помогай, Саня, иди помогай, похуй. Иду помогать, похуй. Я пришел помогать, я полезный. Да хватит мне со мной драться, женщина. Да ну отстань. Дай, ну не кидай. Зажгите у кого уголь есть. Зажгите у кого уголь есть. Я сейчас закидываю. У меня в трупе есть все. Но мы один хуй не успеем. И даже мой патрон. Твой патрон мне попал прямо в сердце, брат бывший. Ты не хотел скидываться. Сестра бывшая. Я справа от корабля для вас. Около на этой, блядь, палатки. Да все уже, сейчас минус три, мы даже ничего не успеем. Ясно. Вот. Хуя. Что это было? Сломанный пистолет. Бля, давайте, когда у нас мы доплываем за два дня, не будете втроем идти. Давайте мы не будем, когда у нас за два дня доплываем, идти налево зачем-то, когда можно направо пойти и медведя убивать. Нет, ты что, мы же взяли за двумя кусками, целой командой ходим. Я предлагаю остаться в тюрьме, погреться тут. Я тоже не вижу смысла выходить на самом деле. Вот и я даже не прошу. Там холодно и мерзко, фу, и кушать постоянно. А не, зачем эти ключики? Там уже на минус три закончилось. Потом я то голодом морил, едой со мной не делился, в капканы меня сувал. Бьё, знаешь, любит. Я пытался её задержать, чтобы она не помешала моему плану. Она такая с двумя саблями вырываться хочет, да, на борт. Её сдерживаю.
Как всегда, трейдер был один за вас.